Здравствуйте! Вас приветствует впервые за много лет высшая лига! Команда КВН сборная Чеченской Республики. Мы специально по одному вышли, не все сразу. Ну, чтобы вы не испугались. А так мы хорошие и задорные выехали! А как только мы узнали, что тема визитки студент 2009, мы сразу приехали в Москву поступать. Да, вот ты, Дени, куда поступил? В институт нефти и газа. Ты в Грозном в один институт поступить не мог. Зачем в Москве сразу в два? А ты? А я поступил на факультет автомобилестроения. Друзья, по-моему, у нас только в стране автомобили строят. Во всем мире собирают, а у нас строят. А ты, Мусь? А я поступил в ИНЕС. Зачем? Ты нормально по-русски разговариваешь? Ну, я не удовлетворен тем, что не филигранно манипулирую деепричастными оборотами русского языка. Да нормально все, да. А я в Щукинское поступил, чтобы потом в Амхат попасть. Чтобы в Амхат попасть, надо просто билеты купить. И не надо на это 5 лет тратить и учиться. Вот тоже, а. Знаете, друзья, у нас в Чечне все хорошо, все отлично. К нам приезжают много звезд, известных людей. Да, вот, кстати, Александр Васильевич приезжал. Игорь Верник. Киркоров. Даже Зверев приезжал. А вы говорите, не мужик, не мужик. Даже если не мужик, то очень смелый не мужик. Ну что ж, добро пожаловать к нам! А мы продолжаем. Итак, в одном из московских офисов. Так, 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 никому не двигаться. Это отдел по борьбе с одноклассниками. Быстро встали и выходим по одному. Секунду. Повторяю, выходим по одному. Так, ты что сидишь? Вставай. Я ВКонтакте. 9-й отдел, здесь один ваш. Так, его оставляем, забираем, быстрее. Обычная маршрутка в Чечне. Когда мы поедем, а? Я вам уже 100 раз сказал, пока не наполнится, не поедем. А я тебе целую неделю объясняю. Я в этом ауле один живу. Мне в город надо, поехали, давайте дальше нажимаем. А сейчас представьте, чеченский студент знакомится с девушкой в Москве. Девушка, можно с вами познакомиться? Вас как зовут? Меня Даша, а тебя? А меня Руслан. Руслан? Какое красивое имя. А кто ты по национальности? Дорогие друзья, вот и настал переломный момент наших с ней отношений. Сказать ей правду или пусть сидит? Секунду. Даша, а это так важно? Ну, мне интересно. Ладно, попробую слукавить, скажу, что я русский. Совесть не позволяет. Попробую уйти от ответа. Даша, я россиянин. А конкретнее? Она не так доступна, как оделась. Скажи, а кто ты по знаку зодиака? Интересно, вот какая ей разница, чеченец Водолей или чеченец Козерог, а? Скажу, что я дева, хоть сам поржу. Даша, я дева. Но все-таки, Руслан, кто ты по национальности? Ну что ж, придется сказать правду. Даша, я чеченец. Прикольно, я очень рада. Серьезно? Да. И я тоже очень рад. Друзья, на самом деле мы все очень рады, что играем в КВН. Потому что КВН это единственное место в мире, где чеченцы хотят, чтобы над ними посмеялись.
и даже очень сильно для этого стараются. Россия для русских, Москва для москвичей, убирайтесь! Здравствуйте, молодой человек. Вы зачем хулиганите? Вас как зовут? Герхард! Герхард. Какое русское имя, а? Москва для москвичей! Послушайте меня, вы откуда москвич? Я москвич из Пензы, этот москвич из Тулы. По вашей логике выходит, что я москвич из Грозного, а этот москвич из Гудермеса? Земляк! Дай я с ним поговорю. Давай, пожалуйста. Bitte, erkläre mir, wer wir их не wesentlich. Natürlich, wer wir uns Hauptsagen. Вот он у них главный. Спасибо, помог. Убирайтесь в свою страну. А мы в своей стране. Вы, походу, в школе не учились. Ты откуда знаешь? Да у вас на лбу написано. Вот вам история России. Я знаю, ее русские написали. Да. 39-я страница. Чеченская республика – неотъемлемый субъект Российской Федерации. Это не сотрется. Герхард, я предлагаю мир. Мир? Докажете? Легко! Ну вот и все. С вами была команда КВН. Сборная Чеченской Республики. Мы специально по одному ушли. Ну, не сразу все. Чтобы резко так по нам не соскучились.